Приветствую всех любителей баскетбола. Сегодня с нами Михаил Переверзев, игрок команды Adani Nuclears. Поделитесь вашими впечатлениями об игре. Игра была очень интересная, насыщенная. Два овертайма. Расскажите ваши эмоции, какие были? Ну, на самом деле игра очень, наверное, эмоционально яркая. И на фоне наших проигрышей, я думаю, что мы на подъеме сегодня, потому что у нас получалось, я так думаю, выполнить установки тренера. Скажем так, с большего получалось. Ну и то, что мы выиграли, естественно, много эмоций положительных от этого. Скажите, вот серия неудачных игр, она как-то сказывается на моральном духе команды, на настроении? Вы знаете, мне кажется, по крайней мере, как на тренировках себя ведет команда, не сказывается. Все вроде как заряжены, на тренировках совсем другие ребята, мы приходим, когда на игру как-то все теряется, наверное, потому что, мое мнение, сыгранности особой не было, потому что предсезона тренировок тоже не было у нас. Ну, я считаю, что не унывали. Возможно, нам было немножко обидно за нашего тренера, потому что он нас пихает, а у нас ничего не получалось, эти игры. Ну, а в целом, настроение хорошее всегда. У вас был очень сильный отрыв в начале. Расскажите, в чем был ваш секрет? Ну, я думаю, что мы пропускали немножко трешек от ребят. Ну, потому что ребята сопротивлялись, они руки не опустили, скажем так. Плоховато сыграли в защите. Соответственно, от этого вот так разрыв, он тает просто на глазах. Поэтому, благо сумели отыграть и отбиться, скажем так. Несмотря на два овертайма. То есть, старались все сегодня. И личный вопрос. Что вас мотивирует играть в баскетбол? Вы знаете, наверное, меня мотивирует то, что у меня нет проблем пока со здоровьем в моем возрасте. И люблю эту игру. Получается пока бегать, пусть не всегда в игре там что-то. Главное, что ничего не болит после этих игр и тренировок по утрам. То есть пока есть силы, бегаем. Спасибо вам, что ответили на вопросы. Удачи вам. Спасибо.